В регионе подешевели сахар и подсолнечное масло. Во многих магазинах установили предельные цены. На сахар на уровне 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло 110 рублей за литр. Об этом сегодня рассказал директор департамента потребрынка и туризма Тюменской области. За две последние недели удалось снизить средние цены на сахар на 7%, как в торговых сетях, так и в несетевых магазинах, и средние цены на масло подсолнечное на 2%. При этом отмечу, что по темпам роста цен на данные товары Тюменская область по итогам ноября по ценам на сахар занимала 35 место в Российской Федерации, на масло подсолнечное 49 место. То есть темпы роста цен на сахар и масло в нашем регионе несколько ниже среднероссийских. Департаментом потребительского рынка будет продолжен еженедельный мониторинг цен по 32 наименованиям социально значимых продовольственных товаров. Кроме того, органами прокуратуры в отношении организации торговли проводятся проверки ценообразования. Специалисты департамента принимают участие в этих проверках, и при выявлении фактов необоснованного роста цен и завышения цен будут приниматься меры реагирования.